продолжаю проходить Dead Space. В прошлый раз я остановился на том, что купил костюмчик, во-первых. Во-вторых, я отключил гравитационные зацепы от какого-то астероида, установил туда маяк. И теперь нам нужно его отпустить в далекое плавание. Этот астероид. Притащил сюда вот эту батарейку, включил лифт. Отпустить надо этот астероид, чтобы он унесся вместе с маяком. И там какую-то передачу они хотят отправить или принять, непонятно. У него нога шевелилась. Он вроде мертвый. Все, задание выполнено. Груз 8772 запущен. Груз запущен. Маяк запущен. Все системы в норме, сигнал четкий и ясный. Это хорошо. Будем надеяться, что его услышат. Попробуй настроить антенну приема. Настраивай. Мне показалось, что сегодня я видела своего брата. Он махал мне рукой, как будто все в порядке. Отлично. Я оставлю канал открытым, чтобы... Что? Антенна приемника не отвечает. Айс, ты можешь вернуться на мостик? Мы должны починить этот хлам, если хотим узнать, что нам ответили. Да, конечно, сейчас сбегаю. Мотаю... Обнаружена опасная аномалия. Туда-сюда меня мотаете? Вон он ползет. Все? Где? Где? Я, блин, опять я не ту кнопку все время нажимаю. Вон он еще один. Ух ты, как я его поймал! Давай, падай! Он умер? Нет, вот теперь умер. Все? Кредиты. Где еще был? Я все собрал. Так, мне теперь на мостик нужно. Но в любом случае это вниз. А потом куда? На вагонетке, что ли, назад мне ехать? Так, надо сохраниться. Же это большой лифт, я и забыл про него. Подготовка. Мне на первый уровень, что ли, нужно? Опять кто-то там шепчется. Стоп! Плюс. Средняя аптечка. Надеюсь, я правильно приехал. Да, вроде правильно. Мелкие ползуны ползают. Ты чё? Где он? Ну ты чё, тварина, делаешь?
Хорошо, что они не сильно коцают. У меня жизни практически не убавилось. Вот сюда надо записаться. Тут, кстати, ничего не появилось новенького. Магазин мне не нужен. А, я же могу купить что-нибудь. Например, узел я могу купить, если у меня денег хватает. Но денег у меня не должно хватать. Да, я же все потратил на костюм. Так что едем дальше. А нет, не сюда, вот сюда. Да, уезжаем, конец главы. Понятно. Опять на мостик. А я там был? Шаг в пустоту завершено. Да, сохраниться. Давай на первый слот. Найти и спасти. Глава 8. Кого тут искать? Дела пошли на лад. У нас ответ с военного корабля USM Vela. Несмотря на помехи, они получили наш сигнал бедствия. Правда, мы не можем ответить, пока не починим антенну. Я взломаю замки в рубку, а ты иди к пульту контроля передатчика. Хорошо. Хорошо. Так, здесь вроде ничего не валяется. Так. Attention. А, я здесь был. Кто-то там опять рычит. Я его увижу. Ну, там никого нету. Кто-то там рычит. Сейчас будет нападать. Наверняка. О, вот эти. Обнаружена опасная аномалия. Вот эти ящики-то были закрыты. Дай-ка мне автоматик. Нет, три. Да ни хрена себе, он что, рядом, что ли, взорвался? Я не заметил. Я же вроде его этим огнеметом поджег. Р. У меня патронов нету для автомата. Стоять, стоять. Оп. Этот автомат. О, кредиты. И автоматика. Да как ты так? Надо тебя тоже заморозить. Айзик, лечись. Айзик, лечись! Еще лечись! Так, у меня стазис закончится. Да блин! Айзик, перезаряжайся! А чё ты... Да блин, да почему ты не можешь перезаряжаться при беге? Еще что ли там есть? Карантин снят. Нет, все. Блин. Зато аптечку дали. Кредиты.
Здесь, наверное, тоже какие-то ящики открылись. Точно, вот они открылись. Открой. Так. Угу. Понятно, понятно. Так мне куда идти? А, в лифт мне? Наверх, что ли, мне? Б. Да, наверх. Уровень 3. Айс, дверь в рубку связи открыта. Но у меня странные всплески на передающей частоте. Думаю, нас подслушивают. Будь осторожен. Окей. Пускай подслушивают. Я здесь не был, что ли? Смотрите, здесь все валяется. Вот этих надо валить. Чпонь. Что-то как-то он быстро сдох. Так, надо сохраниться. И идти дальше. Смотри, сколько ящиков открытых. Там еще один. Он их три. Он три этих уже навыплевывал. Так, как мне аптечку сожрать? Вот эту вот. Использовать. Ага. Понятно. Еще один. Успел. Блин, напугал. Кстати, с них ничего не вываливается. Вроде бы нет. Мне вот туда. А прошлый раз я вот сюда же ходил, да? По-моему, да. Ты кто? Так, ящички, только вот здесь. А ты кто такой? Стоять! А, с него вон щупальца эти вылазят. Перезаряжайся, Азик, быстрее перезаряжайся! Вон он! Вроде всех завалил. Он распадается. У меня кончились патроны для моего резака. Давай автоматику возьмем. Рубиновый проводник зато дали. Мне надо патроны набрать в магазине. Или все-таки покупать узлы и улучшать оружие. Как там?
Верстак. Запись. Узлов-то у меня нету. Так что верстак мне пока что не нужен. Правильно, на лифт? Да, на лифт и наверх. Эть. Чё это лежит? Журнал службы связи. Старший офицер по коммуникациям Бейли. Запись. На корабль совершено нападение. Но капитан Матиус упорно игнорирует просьбы отправить сигнал бедствия. Он не объясняет причин, хотя все и так понятно. Мы ведем нелегальную разработку в закрытой системе. Это выяснилось еще несколько месяцев назад, но все молчали. СОС! 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 Это USG Ишимура! Это... Черт! Не верю своим глазам. Вся система связи отрубилась. Все, выхожу из эфира. Конец связи. Понятно. Что-то там у них случилось. Так, будет кто-нибудь нападать на меня здесь? Офига себе, я разогнался. Это просто труп висел. Это просто висел труп. Никто даже не напал. Длинный коридор. Я здесь не был. Коммуникационный луч отключен. Ремонтная бригада извещена. Спасибо. Передающий кластер совсем плох. Необходимо минимум 6 исправных тарелок для уверенного сигнала. Расположи их симметрично, иначе будут проблемы с питанием. Симметрично? Что значит симметрично? Так. Надо, чтобы все зелененькие загорелись. Ой. Окей, давай сохранимся. Пока дают сохранялку. Что здесь есть интересного? Что-то валяется. Ящичек. Схема. Мне две схемы, кстати. Мне магазин нужен. Сейчас будет два узла. Я вот возьму. И до этого тоже брал. Так. Вот еще один ящичек. Дают патроны, значит, кто-то нападет. Огнемет. Надо все зарядить. Так, все зарядил. Угу. Возьмем вот эту дуру. И у нас патрончиков до хрена. Зона невесомости. Бах! Ты еще живой? Он сейчас прыгнет на меня. Кстати, мощные. Ты смотри. Я
Точно, в него высадил. Давай иди сюда. Пока ты там доползешь, я успею что-нибудь взять. Где ты? А, блин, их двое. Этих с трех выстрелов. С двух выстрелов. Или я куда-то не попадал в того, в самого первого. Застрял. Так. Есть еще ящики. Нет, больше ящиков нету. Так, и что мне нужно сделать? Эта тарелка разбита. Эта тоже разбита. Кто это? Мне показалось. Симметрично. А в какие дырки мне их вставлять? Симметрично, ты говоришь. Так, стой здесь. Этот обесточен. Что-то я не понял, что мне нужно сделать. Точнее, как их выставить. Вон там пустой, тут пустой. В первые слоты, что ли, их надо? Блин, я не то нажал. Я прыгнуть хотел. Так. Вот сюда надо теперь воткнуть. Вон тот целый. Так, так, так. Этот можно воткнуть вместо вот этого. Ты куда улетел? А, вот он. Давай, вставай. Еще один. Вон он. Так, а куда мне его? Вон туда, на пустое место. Вот блин, а. Он отскочил. Не достаю, зараза. О, достал. Луч перенацелен.
прием сообщений. Все? Вот, все заработало. Возвращайся в рубку и используй панель управления, чтобы передать Вейлору наши координаты. Окей. Топать в рубку теперь. Зона гравитации. Так, где-то там внизу верстак. Давай-ка сохранюсь. Вот сюда. Где-то там внизу верстак. Сейчас мы его... Может, мне нажать надо? Да, точно, мне нажать надо. Говорит USM Вейлор. Вызываю USG Ишимура на всех частотах. Кто такой? Принимаем сигнал бедствия. Также подобрали вашу спас-капсулу 47. Выдвигаемся к вашим координатам. Это сообщение будет повторяться каждые 30 секунд до получения ответа. Зря вы подобрали капсулу. Что? Это же та капсула, что вышвырнул Хэлланд. Да. В ней была заперта одна из этих тварей. Конечно. Нет. Нет, этого не может быть. USM Вейлор. Ответьте, Вейлор. Нам не хватает мощности. Я открою створы шлюза, чтобы не мешать сигналу. Ошибка. Створы шлюза заблокированы. Свяжитесь с ремонтной командой. Черт. Айс. К корпусу прицепилась огромная дрянь прямо над кластером антенн. Органического происхождения. Не знаю, что это, да и черт с ним. Если мы не откроем шлюз, то не сможем связаться с Вейлором. Эта штука в пределах поражения пушки 48. Бегом туда и распыли к чертям этот кусок дерьма. Окей. Опять надо куда-то бежать. Я простой механик. Его просто размазал по рельсам. Где-то вот здесь же был. Оп, оп. Опять не ту кнопку. На, перезарядиться надо. Перезаряжайся. Наконец-то. Вот сейчас я нажимаю перезарядку. А, у меня нету патронов. Ладно. Давай огнеметиком. Где-то здесь был этот. Вот он, верстак. Нам улучшить огнемет, плазменный резак. Икс я улучшил, стазис это нам не надо улучшать. Нам оружие надо улучшать. Скорость. Скорость имеется в виду скорострельность. Походу. Ну давай. Так, у меня еще один модуль есть. Этот узел не могу я улучшить. Так. Что у нас, винтовка? Перезарядку могу улучшить. Давай. Вот сюда, сохраняйся. Вот это сейчас встанет. Нет, он без башки, как он встанет.
пошли. А я не туда иду. А, вот сюда мне нужно. Я не заметил, что этот лифт активировался. Да тут недалеко. Пока что тишина, вижу коробочки, ящички. Как он сам открылся? Да? Опять я не на то нажал. Вон он еще один. Огнемет дают. О! Еще один модуль. Узел. Давай запишемся, а то сейчас что-нибудь начнет происходить. Стрелять мне, что ли, нужно опять? Включено ручное управление. Ни хрена себе! Куда стрелять-то, я понял. О, он швыряется. Блин, я про этот. Так, 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 так. Ничего. Перегрев, перегрев это был. Он швырнулся. Что ты будешь делать? Как бы мне успеть в него стрельнуть, когда он бочку берет? Все щупальца я ему оторвал. Он отцепился. Взрывоустойчивый шлюз связи открыт. Это Кендра Дэйон, борт USG Ишимура. Прием! Не открывайте спасательную капсулу. Да уже я поздно. Это Кендра Дэйон, борт USG Ишимура. Прием! Не открывайте капсулу. Черт, да ответьте же! Все мертвы там. Ну да. Все. Она летит сюда. Твою мать. Так хотелось поговорить с кем-то. Опять глюки. Тут все разваливается. Айзек. Это капитан. Айзек, ты там? Я здесь. Слава богу, ты в порядке. Я пытался добраться до тебя. Кто-то посторонний блокировал сигнал моего леса. Кто это мог быть? Блокирующий передатчик. Хэммонд,
Где ты был? Пытался выжить. Я смог немного подлатать тебя. Слушайте, я отменяю эту миссию. Занесу Си-И-Си и командную цепочку. Мы должны валить отсюда. Да мы уже пытаемся. Я нашел челнок на пассажирской палубе. Судя по записям, у него отсутствует сингулярный конвертер, но уверен, мы найдем один на его борту. Я видел, как он застрял кормой в высшем море. Я собираюсь пробраться туда и найти путь внутрь. Попробуй. Встретимся там. Конец связи. Может быть, на нем-то мы и улетим? Если он говорит правду о челноке, у нас есть шанс бежать отсюда. Отправляйся в грузовой отсек и помоги ему. В таком состоянии он не справится. Окей. Так, ну на этом я буду заканчивать. Записываюсь. На какой слот? На вот этот. Записываюсь и продолжу в следующий раз.